А под каким предлогом вошли в Ирак? Разработка оружия массового уничтожения в Ираке. Зашли, страну разрушили, создали очаг международного терроризма. А потом выяснилось, что ошиблись. Потом сказали, нас разведка подвела. Ничего себе. Страну, разрушили страну, разведка подвела. И все. И все объяснили. Это политики самих Соединенных Штатов. То не секрет, что самую агрессивную, самую жесткую политику в защиту своих собственных интересов, так как понимают это американские руководители, проводят именно Соединенные Штаты. Причем из года в год. А наших войск за границей нету практически, российских. Американские войска везде за границей. Везде во всем мире американские военные базы. И они везде принимают участие в решении судеб других народов, находясь за тысячи километров от своей собственной границы. Поэтому упрекать нас в том, что мы что-то нарушаем, мы по сравнению, это очень странно. Со стороны наших американцев. Мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере не соответствует здравой логике. Мы что ли пришли на границу куда-то? К нам же подошла инфраструктура. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов. И донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал Объединенной Организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы даже и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. Но по некоторым компонентам, по современности, даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт, помимо своей воли. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития, и я не хочу.